Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре два инвестиционных проекта по заработку криптомонеты USDT. Первый проект SBO8. Регистрация здесь наипростейшая. Прописывается email адрес, 3 раза пароль вроде. Кликайте зарегистрироваться, попадаем вот в такую страничку. Это высокодоходные инвестиции, а все инвестиции в интернете — это всегда риск. Я рискую своими монетами, а вы же думайте сами, надо вам проект, не надо. Я вам показываю, где я работаю, зарабатываю, как я работаю. А вы же уже принимайте решение сами. Значит, чтобы начать зарабатывать... Зарегистрировались, да? Идем в первую очередь сюда. Майн. Вот внизу иконки. Home, Task, команда, VIP и Майн. Кабинет. Нужно добавить в первую очередь метод вывода. Как я сказала, это криптомонета USDT. Я буду брать кошелек StrongLink. Вы же берите откуда хотите. Так, USDT. Копирую адрес. ADD добавить. И вот сюда прописываю TRC20. Пароль, кошелек. Клику Submit. Все, я кошелек добавила. Следующая вкладочка. Это нам не надо. Так. Это, может быть, и надо будет. Значит, вкладочка «Команда». Здесь находится реферальная ссылочка. Вот она. Кликаете, ссылочка автоматически копируется. И чтобы нам здесь начать зарабатывать, здесь нам дают бонус 3 USDT. Ну вот, но если мы перейдем в VIP, на, у нас будет заработок от 5 USDT. Для этого нам нужно закинуть сюда две монеты USDT. Значит, можно с майн кабинета вот здесь добавить. Можно с домашней странички вот здесь рыбшары. И нужно скопировать вот этот код. Прошу прощения, адрес кошелька. И на него перевести монеты. Две монеты. Минимальный депозит. Send. Проверяю адрес. Next. Прописываю сумму. Две монеты. Send. Отправляю и проверяю. Все, две монеты я отправила. И клик вот на эту серую вкладочку. То, что я пополнила. Все. И ждем поступления депозита. Монеты должны поступить на баланс. У меня все рекламная группа. Ждем. Вот, несколько транзакций, чтобы подтверждение. Чтобы монетки поступили. Обновила страничку. Монетки мои поступили. И у меня стал VIP-1. Теперь идем на домашнюю страничку. И за простые выполнения задач нам будем зарабатывать USDT. Кликаем. И вот здесь задача. Это все быстро делается. Вот так. Все просматриваем. Это делается все быстро.
Все. Просмотрели, больше не дают. Так, теперь вывод. Выполнили действие, значит, вкладочка пополнить, это вкладочка вывод. Кликаем. Вывод у меня на балансе, как видим, 0.60 монет. Вот это стираю. 0.6. Пароль стоит по умолчанию. Надо добавить вывод из кошелька. Кликаем Submit. Все монетки отправились на кошелек. Буквально там 1-2 минуты монеты придут. Следующий такой же самый аналогичный имейл. Пароль 3 раза. Я прописывала одинаковый, чтобы не путаться. И попадаем на такую вот страничку. Также, прежде чем начать зарабатывать, нужно прописать. Добавить адрес. Идем. Ой. Туда нажала, секунду. Иду в Майн. WinDraw метод. И кликаю ADD. Также я прописываю адрес кошелька, пароль, сохраняю. Все, кошелек я сохранила. Также здесь дают бонус. Да, вот бонус он. Вот 3 USDT. Также, прежде чем зарабатывать, нужно пополнить баланс на 2 монеты. Вкладочка ТМ. Также находится реферальная ссылочка. Вот она. Кликаем, ссылочка автоматически копируется. Перехожу. Значит, рефшары — это пополнить. Это вкладочка вывод. Кликаю рефшары. Дается адрес, куда нужно перевести монеты. Кликаю, адрес копировался. Как видим, вот с этого проекта монеты пришли. Вот 0.06 монет платит. А теперь нужно что? Пополнить этот. Ставить. Проверяем адрес. Также 2 монеты, минимальный депозит. Не забываем о рисках в интернете. Я рискую своими монетами и делюсь с вами только информацией. Будете вы работать или нет, решение только принимайте вы. Монеты мои отправились, клик вот на эту вкладочку Submit. Идет таймер. Все, монеты мои отправились. Также нужно немножечко подождать, чтобы монеты поступили на баланс. Ждем. Монеты мои поступили. Было 3 монеты, стало вот 5 монет. Идем в Home. VIP-1. И также за простые выполнения задач зарабатываем монеты. Как долго будет проект работать, я понятия не имею. Я такой же участник, как и не все. А, забыла, ребятки, сказать, стартовала только сегодня. Я вот зарегистрировалась, посмотрела. Ну вот, решила записать видео. Значит, 5 сентября, вот, ну, может, минут 30 назад. Так что проект свежий. 1 и 2, 5 сентября. Так, вкладочка вывод. 0.60 монет также. 0.6. Пароль стоит. Добавляем вывод. Все, монеты вывелись. Ждем, когда монеты поступят. От 1-2 минут. Это все делается быстро. Прошло менее минуты. Монетки пришли на кошелек. Вот. Это с первого проекта. Вот с этого монеты пришли.
1.6 USDT. И с этого проекта USDT платит. Будем надеяться, что даст заработать. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, всем пока.